Привет, это Фир. И остановились мы на этой вот крыше. Перемочили всех, кого только можно. Надо собрать их пушечки. А, здесь вот этот, вот отстой. И бронька. Ну да, я вспоминаю, это открыть нельзя было. Вон у того вроде пушка есть. Так, у этих пацанов. Хочу опять кого-нибудь уже убить. Опять я соскучился по этой игре. Заметим, что тела всех остальных бойцов его отряда найдены и опознаны. Так, сохранение контрольной точки. Соскучился, я не знаю, мне, наверное, действительно не хватает вот этих вот старых игр. Пропала связь с отрядом на крыше. Можете подтвердить вторжение? Такой вот графики. Эй, петушки. Кто здесь папочка? Блин, тут аптечка вот лежит. Я не хочу ее оставлять, но, видимо, придется. У вас всего лишь двое было. Линия. Где он там проверит-то? Так, больше ничего, ладно, идем. Надерем ему задницу. Можно было бы его и прикладом ушатать. Проверить? Нет, сэр. Есть, сэр. Чего вы там встали-то? Опять аптечка. Отряд в укрытие! Они там вдвоем встали. Им, наверное, очень удобно было. Один спрятался за другим. Но это его не спасло, разумеется. Отлетают они так еще забавно. Другие части я определенно буду проходить. Не думаю, что сразу. После этого я, наверное, немного отдохну от этой серии. А потом опять вернусь к Фиру. Это же так круто. Спасибо, что открываете мне двери. Нет, я не попадаю. Я не знаю, брать аптечку? Нет, ладно. Можно использовать и взять вот эту. А потом как сохраниться? Ну все, им хана. Усиление. Если бы я мог выбирать, я бы постоянно выбирал здоровье. Они сдохли? Вроде бы да. Что? Я только что принял сигнал Янков. Он в этом районе. Как он сюда попал? Я не знаю. Но я сохранюсь. Ты даже не знаешь своего имени. Это он мне сказал. Конечно же, я знаю свое имя. Очередная аптечка лежит. А усиления нету. Сдохли, нет? Он в окно, что ли, улетел? Какая-то странная музыка здесь начала играть. Нужна помощь, срочно!
Можно, наверное, спрыгнуть и разбиться. И вон туда, наверное, можно спрыгнуть. Может, мне это и нужно? Наверное. Стражи. Так, оперативный сотрудник ФИР проник в штаб-квартиру Архима. Сопровождавшие сотрудника бойцы Дельты погибли при штурме. Вызов подкрепления невозможен. Попытка переговоров с противником завершилась неудачей. Задача – обеспечить координатору доступ к корпоративной сети, а затем проследовать к месту последнего контакта с пропавшей разведгруппой. Я вообще играю с какого-то бесстрашного мужика. Ничего не работает. Твоя задача – найти и перезагрузить центральный сервер. Тогда я смогу войти в систему и выяснить, что происходит. Потому что один тут всех раскидывает. Стоп. Мне, может, туда и надо? А тут заперто, да? Ну да, там вон завалено. Сюда не попасть. Да, скорее всего, мне туда и надо. Что за троллинг? Я рассчитывал найти какое-нибудь усиление. Все же любят усиление. Добрый вечер. Так, сначала я здесь осмотрю. Заперто. Это что, я могу это прочитать? Нет, это конференц-зал какой-то, наверное. Это лук рушится. Блин, использовать что ли птичку? Ладно. Не стой у меня на пути. Как он со мной разговаривает? Тебя это совсем не пугает? Стоп. Идет загрузка данных. Тут упоминается проект ИКАР. Это какая-то биоинженерная программа, начатая в 73-м. Что-то насчет влияния невесомости на организм. Потери мышечной массы, плотность костей, ну и так далее. Это все? А, вводят с этой стороны, да? Ну, классненько. Никаких усилений. Обнаглели совсем. Ох, боже. Это было неожиданно. Я испугался. Вот тут телефончик. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Внешний вызов. Питер, это Карла из Goodzone Avionics. Почему вас никто не берет трубку? Мне нужно срочно обсудить с Брэдом накладную, которую он прислал, но он не отвечает. Передай ему, чтобы он срочно перезвонил. Это важно. Спасибо. Сообщений больше нет. Сообщений больше нет. Так, возможно, мне туда, поэтому я смотрю сначала здесь. Потому что сюда какое-то чмо убежало.
Но здесь пусто. Только аптечка. Очередная аптечка, которую мы просто так оставляем. Возможно, она пригодится кому-нибудь. Ладно. Надеюсь, не нашим врагам. Пусть здесь просто усиление будет. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. Спутник какой-то, это я открыть не могу, я так понимаю, да? А. Но тут все равно ничего нету. К сожалению. Вот он чмо. Я сначала думал, это опять глюки какие-то. Он меня немножечко напугал. Потом он исчез, я подумал, о, наверное, опять накрыло. В результате нет, это невидимый говнюк. Вон еще парочка. Один. А, ну вот второй. Что за дела? Это легально? Бьют шокерами какими-то. Невидимые. Ведут себя как ниндзя какие-то. Так, здесь аптечка так и лежит. Почему никаких усилений нету? Они могли бы дверью пользоваться. Три новых сообщения. Первое сообщение. Чак Хабегер. Это Чак Хабегер. Я проверил показания. Рекомендую заморозить проект Персей до выяснения причин синхронизации. Общая картина та же, что и в прошлый раз. Однако последствия теперь могут быть гораздо серьезнее. Следующее сообщение. Чак Хабегер. Я получил твое сообщение. Ты забываешь, что в прошлый раз Феттл был еще ребенком. Тогда мы просто закрыли источник. Но сейчас нам противостоит опытный командир, которому безоговорочно подчиняются сотни солдат. Вместо того, чтобы трястись над графиком работ, подумай о последствиях возможного бунта. Следующее сообщение. Маршал Дислер. Привет, это маршал. Я только что звонил Хабегеру по поводу Персея. То, что он говорит, действительно страшно. Пока есть хоть малейшая вероятность синхронизации, проект должен быть закрыт. В других обстоятельствах я бы посоветовал не пороть горячку, но здесь лучше перестраховаться. Перезвони. Сообщений больше нет. Сообщений больше нет. Голос как у робота. Мне показалось, он ногой махал, нет? Это эти ниндзя их скидывают? Думаете, мне так просто запугать, да? Тогда вы правы. Там опять была аптечка. О, комп включен. Нет, это не так работает. А мне вон туда. Я просто все осмотрю еще. Все, ладно, можем идти.
Родригес в прямом эфире с места событий. Только что поступило сообщение. Один из вице-президентов корпорации «Армаген» сегодня утром был похищен вооружен. Я не хочу радио слушать. Что? Перфоратор? Почему бы не сохраниться? Неплохо, да? Вообще с рефлексами у него в порядке, так. Я не думаю, что он реально может замедлять время. Скорее, он просто так круто целится. Окей, грузится. Похоже, Икар прикрыли, чтобы освободить ресурсы для какого-то проекта Персей. Известно ли, что его финансировала армия? Сдается мне Феттл и его солдаты именно оттуда. Кого-то придавило. Очередная аптечка, которую я не могу взять. Я уже штук 10, наверное, пропустил. Он мог бы выбросить одну пушку и таскать вместо нее еще пару аптечек. Что-то вселения нет? Жирный, на. Алло? Ребята, вы кто? Свои. У тебя все в порядке? Ну, мне, значит, все равно туда идти. Такое творилось. Ты инженер, так? Можешь устроить мне тост в местную сеть? Я вам что, сисадмин? Вот что я скажу. Отключите систему охраны, тогда я посмотрю, что можно сделать. Если будет сеть, я смогу отключить ее дистанционно. Не сможешь. Она в отдельной сети. Или он откроет мне дверь? А, ну тут усиление, значит. Они ж тут не собираются потом все ремонтировать. Это очередная аптечка. Ладно, чего уж там. Зачем ты? А я тут подожду. Хитрая жирная скотина. Так, ну вот этот мужик. Было бы неплохо, если наш герой умел бы открывать такое. Просто брался бы за низ руками и так. Как обычно в играх и бывает. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Ян Хайт. Норт, это Ян Хайт. Слушай, сегодня утром ко мне опять заходила Элис Вейт. Мне неудобно об этом говорить, но может быть хватит распускать про нас сплетни. Мне-то без разницы, но такие вещи привлекают нездоровое внимание ко всему нашему отделу. Он вообще-то секретный, ты не забыл? Заранее спасибо. Сообщений больше нет. Какое продуктивное сообщение. Ну, здесь ничего нету. Ладно, пойдем. Каждые 10 минут. Вектор, право 12, отбой.
вот с этой точки я двоих видел. Их оказывается больше. Блин, какая мина! Все, их кишки раскидал или нет? Надеюсь, что да. Лифт, которым я не могу воспользоваться. А вы чего здесь забыли? Вот крыса, а? Ладно. Ради 7 жизней использовал аптечку. Две аптечки, всякие гранаты, пушечки. Да, отлично. Мистер Мэйпс, как вы? Вон толстяк, куда бежит. Где этот идиот? Может, закроем? Черт с ним, придется разбираться сами. Ладно, найди и перезагрузи сервер. Если я найду, я его грохну. Мне, собственно, бежать-то назад туда. Ладно, можно попробовать, наверное. Может, я потом его труп найду просто. Всего лишь трое, петушки. Я за Рэмбо какую-то играю, да? Какое-то. Просто Рэмбо — это машина для убийств. Сохранюсь. Здесь вроде как не было. Ну ладно, здесь обойти можно. Вижу, ты перезагрузил сервер. Молодец. Загрузка завершится примерно через минуту. И мне надо броняться. Откуда этот-то взялся вообще? Он обнаглел. А вот тут закрыто было. Мэйбс был прав. Система охраны действительно в отдельной сети. Картинку с камер я вижу, а войти в сеть не могу. Я сохранюсь. Мало ли. О, камера, да? Ну, здесь не будет трупа этого жирного.
Хотелось бы найти его. И позлорадствовать. За предательство такое. Ты приближаешься к месту последнего контакта с Дэнси. Возьми его под контроль и жди Джим. Легко сказать. Я сохранюсь. Потому что мало ли, убьют меня какой-нибудь гранатой. Ты видел ее, правда? Она источник. Она источник. Он где-то впереди. Будь осторожен. Тут целая куча аптечек. Меня создали из нее. И она меня родила. Нас разделили. Но мы едины. Что здесь у нас? Так мне надо в них стрелять или нет? Если лучше взять обычную такую пушку. Она плавает во тьме, будто младенец в утробе. Скоро я найду ее и освобожу. Здоровье усилили. Человек пропал, черт. Черт. Нужно было лучше следить. И вот наш мужик мог бы сообщить об этом, то, что он слышит голос его в своей голове и видит его. Блин, я уж стрелять хотел. Что скажешь, Джин? Здесь творилось нечто ужасное. Логично. А поподробнее? Я не вижу следов от пуль. Ни одной гильзы на полу. Ребята даже быстрее. Отчего они погибли? Не знаю. Постарайся узнать. Ладно, пошли. Бэтл где-то близко. Даже не знаю, с чего начать. Полное разжижение ткани. Я там девочку видел наверху. И опять мы ничего не сообщили. Бишоп. Бишоп, может, Бишоп. Обнаружены останки пропавшей разведгруппы. На месте обнаружения работает научный эксперт. Координатор ФИР зарегистрировал присутствие Феттела в районе операции. О сотрудниках Архима ничего не известно. Задача перехватить Феттела. Феттел. Давай перехватим. Пятый эпизод. Не прочитал его название. Опять эти говнюки с электрошокерами, да? Знаю я вас, подлецов. На того нарвались. Нет, я туда пока не пойду. Я не осмотрелся с той стороны, так что... Опять аптечка. А, может, мне туда и надо? Я не знаю, вот этот путь, может, тоже туда ведет? Или он ведет к усилению. Или я просто их смогу мочить откуда-нибудь сверху. Это тоже возможно. И тоже вероятно. Но нет. Фонарик. Тут мужик меня не заприметил. Телефон есть. Харлан Уэйд. Харлан Уэйд. Хадагер. Все рванет! Все это пахнет. В смысле рванет?
Обошел, называется. Гранату запульнул. Я ничего не смог поделать. Действуют какие-нибудь пушки, я не знаю, аптечки. Аптечку явно надо еще одну использовать. Усыпил его. Ну, как и этого малыша. О, еще телефон. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Маршал Дислер. Привет, это Маршал. Вы были правы. Энергетические следы действительно идентичны. Этому нет никаких разумных объяснений. Но думаю, вы будете рады узнать, что ваша гипотеза подтвердилась. До свидания. Сообщений больше нет. До свидания. Ладно, я думаю, вот на этом можно закончить. Пока.